это моя семья, наша семейная династия. Мы работаем на Минском производственном кожевенном объединении. Первым сотрудником стала моя мама. Потом пришла сюда я, потом пришел брат и невестка. Мама работает на производстве более 30 лет. Работала по профессиям тянульщиком, прессовщиком, обрезчиком кож. Я работаю уже 20 лет измерителем кож, мехов и сырья. Измеряем сырье на фабрике. Брат работает слесарем-ремонтником, а невестка работает опритурщиком кож. У нас на четверых, на нашу семью, общий стаж получается 60 лет. Мама была трое деток, рядом с домом, школа, детские сады. Поэтому мама сюда пришла работать и осталась здесь. Я пришла тоже сюда попробовать. Сначала попробовать, а потом и осталась. Понравилось сам процесс, понравился коллектив, у нас дружный коллектив. Идешь на работу всегда с интересом, как бы отзывчивые все. У меня, допустим, на измерении, нас 12 работников и мастер. У нас разного возраста работают люди. И пенсионеры, и предпенсионного возраста, и молодые. Но у нас как-то все дружно, все вместе. Всегда за друг дружку. Мастер у нас хороший, который всегда поддержит, поможет, если с чем-то не справляемся. Для меня завод, не знаю, как вторая семья. Я всех тут знаю, практически всех. За столько лет. Нравится мне здесь.